Всем привет, с вами 8-бит, и сегодня покажу. Извините. Лего, ну не лего, а пластиковые фигурки Майнкрафт. Вот, давайте с первого набора начнем. Это набор Алекс и Стив в зачарованной броне. Давайте покажу. Первый ресурс это ведро лавы. Извините, просто икаю я. Вот. Далее. Здесь у нас далее морковь. Извините, сейчас мне надо достать. Далее лук. Далее золотое яблоко. Далее вон там вот сейчас. Извините. Вот далее зелье. Далее жемчуг края. Вот. Ну, давайте далее начнем сначала Стива. Такой вот Стив. С него можно снять шлем. Вот. Как видите, здесь есть вот такая, ну, щит здесь есть. И меч. Вот. У него он держит в руках. Сейчас, извините, просто надо достать. Да, Алекс, у меня рука не дотягивается. Вот. Так она выглядит, а она с крыльями просто вот такими вот. Ну, в принципе, все. Второй набор это вот такой деревенский страж. Вот. Как видите, у него хвост поворачивается вот так. Ну, в принципе, это все функции этого деревенского стража. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. С вами был 8-бит. И всем пока-пока.